Бобруйск прекрасен во всем, от архитектуры до культурного разнообразия. Это город, о котором ходят легенды. Как туристический край он интересен особенно, но чего не хватает уютному белорусскому уголку? Именно этот вопрос обсудили в художественном музее. За круглым столом администрация, представители организаций и бизнес-сообщества. Звучало много предложений. Нужны какие-то, на мой взгляд, какие-то проекты, которые позволили бы не горожанам нашим, да и горожанам тоже, узнать о туристическом потенциале Бобруйска. В нашем городе интересна его еврейская история прежде всего, потому что она уникальна для Беларуси. Сейчас разработано около 10 туристических маршрутов. Среди них тайны старого города, культурный Бобруйск, патриотический, исторический. В этом году создан и совершенно новый «Шалом, мой друг». Программа, правда, еще в разработке, но уже включена живая еврейская музыка, дегустация национальных блюд и мастер-классы. Каждый турист знает, чтобы окунуться в реальную атмосферу города, нужно услышать его историю. Узнать поближе Бобруйск поможет краеведческий музей. К примеру, здесь можно рассмотреть настоящую архитектурную жемчужину – крепость на детально проработанном макете. Сегодня строгость современных многоэтажек гармонично сочетается с уютными кирпичными особняками и деревянными домами. Об этом хорошо известно тем, кто здесь родился и вырос. Неповторимый колорит старого Бобруйска хранит в себе память 634-летней истории. 179 памятников архитектуры, 14 внесены в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Каждый город должен иметь свое лицо. И тогда он становится узнаваем для тех людей, которые впервые его посещают. И каждый, который живет в этом городе, он, конечно, переживает за то, в каком он состоянии, что хотелось бы изменить. В лучшую сторону, конечно. Это дело каждого нормального гражданина. В прошлом году город на Березине посетили больше 26 тысяч человек. Из них каждый пятый – иностранец. Самые востребованные направления – оздоровительное, религиозное, деловое и культурное. В ближайшее время особое внимание планируют уделить и гастротуризму. Чтобы не ждало Бобруйск в будущем, гостям здесь рады всегда. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.